несколько минут начнется игра предсезонного хоккейного турнира имени Николая Дроздецкого среди команд высшей хоккейной лиги. Наряду сойдутся команды «СКА Нева», «Санкт-Петербург»,
звучит государственный гимн Российской Федерации. Команда высшей хоккейной лиги получил имя одного из самых талантливых форвардов в истории СКА – Николая Дроздецкого. Николай Владимирович – игрок бронзового СКА 1987 года, восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1984 году. Yeah.
Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего, ничего. Thank you.
Альберт